Украинскому правительству 100 лет. В честь юбилея премьер провел заседание, на котором присутствовали 5 бывших руководителей Кабмина, нынешние бывшие министры, послы и дипломаты. Первое правительство Украины генеральный секретариат возглавлял писатель и политик Владимир Винниченко. О тех событиях на заседании показали фильм «Хронику». В честь юбилея анонсировали учреждение именных премий для студентов-магистров и проголосовали за создание консультационного совета бывших премьер-министров. Ми маємо з нашої історії робити висновки для того, щоб стати сильнішими і глибоко переконані у тому, що сьогодні ми маємо бути об'єднані єдиним прапором, прапором нашої держави, об'єднатись заради того, щоб Україна процвітала. Боротись не за владу, а за успіхи нашої держави.